Всем привет! Мы продолжаем знакомиться с Пхукетом, с его недвижимостью. Вообще остров очень необычный. Несмотря на то, что мы сюда приехали работать, здесь прямо атмосфера какого-то отдыха. Несмотря на то, что мы с утра до вечера снимаем видео для вас, ощущение, что я приехал на какой-то курорт. В Паттайе такого не чувствовал. Сегодня мы с вами будем смотреть проект, который называется «Панора». Он был бестселлером в свое время, 2 года назад, когда только открылись продажи. На сегодняшний день там остались только перепродажи и буквально там пара квартир от застройщика. Но проект один из самых больших по своей территории на Пхукете и, в принципе, с очень крутой инфраструктурой. Офис продаж находится за моей спиной, как и сам проект, поэтому мне уже не терпится посмотреть, что там внутри. Погнали! Проект принадлежит компании Mida Group. Это крупная тайская компания, которая занимается разным бизнесом от поставки электротехники до отельного бизнеса и строительства недвижимости. Панора – это первый проект этого застройщика на Пхукете. Это офис продаж, здесь находится шоу-рум и представлен макет проекта. Мы сейчас его посмотрим, а потом поднимемся на самый верх. Нам говорили, что здесь будут просто потрясающие виды из каждой квартиры. Сейчас проверим. На макете проекта не отображен офис продаж, где мы сейчас находимся. После того, когда комплекс сдается в эксплуатацию, здесь будет находиться ресторан. Учитывая, что территория проекта огромная, по меркам Пхукета это 11 рай, здесь всего лишь 448 квартир. Это очень маленькое количество квартир для данного размера комплекса. Первое, о чем говорит, застройщик не хотел построить большой жилой фонд, сделать какой-то муравейник, а сделали, наоборот, тихое, спокойное место и большую часть площади отдали под инфраструктуру. По инфраструктуре здесь будет аж 6 бассейнов, 2 из них находятся вот здесь и 4 на крыше каждого здания, откуда будет открываться вид на пляжи Сурин и Бангтао. Также здесь будет 2 тренажерных зала, ресторан, как я уже сказал, спа-центр и массаж. Помимо стандартных планировок, также есть квартиры с собственным джакузи, со своей личной террасой. И более того, в сентябре этого года застройщик начинает строительство маленького виллового поселка, который будет находиться вот в этой части. Всего будет 38 двухэтажных домов, и по цене они стартуют от 19 миллионов бат. Так, это у нас односпальная квартира, 36 квадратов. Сразу с порога первое, на что обратил внимание, раздвижные двери. Наконец-то сделали раздвижную систему, потому что когда идет квартира маленькая, там 32, 34, 37 квадратов, обычные двери, они забирают очень много полезной площади. Здесь закрыл, все, спальню отделил. Все, раздельная квартира. Опять же, второй прикольный момент, можно смотреть телевизор прямо с кровати. Это удобно, реально удобно при маленьких площадях. Здесь то же самое. Представьте, если была бы стандартная дверь, здесь была бы просто потеря площади. Поэтому сразу лайк. По поводу мебели и техники, все очень выдержано, без каких-то там пестрых красок, мне нравится. Нравится и окна в полный рост, и кухня, мебель, все круто. Первое впечатление очень приятное. Жалко, что камера не передает запахов. Надеюсь, когда-нибудь технологии дойдут до этого. В шоуруме очень вкусно пахнет. Вот чтобы продавать хорошие комплексы, которые стоят недешево, у вас всегда должны быть вкусные шоурумы. В прямом и переносном смысле. Старт цен на такие квартиры на сегодняшний день 4 миллиона 360 тысяч бат. При условии, что на эту квартиру еще распространяется программа гарантированной доходности. Это 7% в год и контракт на 3 года. То есть за 3 года можно вернуть себе 21%, и в итоге получается квартира 3 с копейками. Вполне адекватная цена за квартиру у моря на Пхукете.
Естественно, у владельца есть возможность в течение года приехать и 30 дней пожить в своей собственной квартире. Вы не привязаны к какой-то дате, можете приехать в любой момент, просто предупредите застройщика заранее. Ребят, архитекторы, дизайнеры, спасибо. Спасибо вам, что вы делаете такие балконы. Я не люблю, когда идет ковка. Вот такое решение, я считаю, самое оптимальное. Круто. Так, по поводу шоурумов у нас все. Мы здесь все посмотрели. Сейчас уже пойдем на саму стройку. Проект находится на завершающих этапах строительства. Будет готов к сдаче в эксплуатации в декабре 2018 года. Сейчас поднимемся в квартиру и посмотрим, что вообще вокруг происходит. Посмотрим расстояние до моря и сам район. Мы сейчас находимся на первом этаже здания F. Как видите, даже отсюда открывается вид на море. Я когда первый раз услышал название проекта «Панора», первое, с чем у меня ассоциировалось, это слово со словом «Пандора». Я подумал, сейчас пойдет ассоциации куда-то в древность уходить про какие-то там легенды. На самом деле все оказалось гораздо проще. «Панора» от слова «панорама». Учитывая, что проект находится на возвышенности, и с каждой квартиры идет и прямой вид на море, и на горы, и с крыши идет вот панорама на район Бангтау, на пляж Сурин, это, собственно, и послужило основой для названия проекта. По проекту у нас все. За моей спиной находится пляж Сурин. До туда 2 минуты езды на машине. Поехали его смотреть. Вот бывает, смотришь на проект и понимаешь, что этот комплекс удачный там, с точки зрения инвестиций. В этом я бы хотел бы жить. Я не хочу такие квартиры сдавать в аренду. А в Паноре, вот... Панора, в общем, это четкий пример золотой середины. Во-первых, очень хорошая инфраструктура, большая территория, мало соседей, то есть всегда тихо, спокойно. Шаговая доступность до пляжа, до моря. С точки зрения собственного проживания проект очень крутой. Но и инвестиционная составляющая в проекте тоже высокая. Есть и гарантированная доходность, и просто сдача в аренду. В общем, проект универсальный. После всего увиденного вообще все стало на свои места. Теперь я понимаю, почему этот проект в свое время был бестселлером и продавался вообще в лед. Ой, все, так реально быстро доехали до пляжа, 1,5 минуты, и вот мы уже спускаемся. Пляж Сурин – еще одно доказательство того, что на Пхукете все пляжи красивые. Куда бы ты ни заехал, всегда будет лазурная вода, белый песок, пальмы. В общем, все как в рекламах. На сегодняшний день у нас все. Мы показали проект, показали пляжную территорию, которая находится рядом с ним. Если вас заинтересовала Панора, можете писать нам на электронную почту. Мы подберем самые оптимальные для вас варианты. Вот, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте оставлять комментарии. И до скорых встреч!